Здравствуйте, я Антонио Сантено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня, господа, мы будем говорить о цвете и агрессивности. Какой цвет, по-вашему, заставляет выглядеть мужчину более агрессивно? Это видео основано на исследовании 2013 года, проведенном в Чешской Республике. Его опубликовали в студию «Психологика». Извините, это один из итальянских журналов. Дело в том, что после проведенного исследования они пришли к очень четкому выводу, что есть цвет, при ношении которого вы будете восприняты более агрессивным. Почему это важно? Хорошо, давайте подумаем. Что вы хотите, сообщать своим видом об агрессии или вы хотите свести ее к минимуму? Суть в том, что вам нужно уметь контролировать то, как вы выглядите, ваш образ в любой ситуации. Это то, что я вам расскажу здесь на Real Men Real Style. Теперь, перед тем, как мы начнем, друзья, я попрошу вас подписаться на мой YouTube канал. Так все видео будут у вас в новостной ленте. Кроме того, если вам понравилось видео, если вы считаете его полезным, я буду признателен за лайк под видео и напишите в комментариях, что вы думаете. Вам нравится такой формат видео? Я стараюсь привнести немного науки, немного истории и моего опыта как портного, который помог тысячам мужчин создать их гардероб. Так я даю лучшие советы, с их помощью вы можете одеваться лучше и использовать одежду в достижении того, что вы хотите от жизни. Окей, друзья, вернемся к исследованию 2013-го. Что это за цвет? Внимание, это черный. Они обнаружили, что всякий раз, когда мужчина его надевает, то почти всегда воспринимается как более агрессивный. Итак, что они делали? Взяли мужчину и женщину и одевали в разные наряды. Они показали эту пару около 500 студентам. Они показывали им их фотографии, предварительно сказав о некоторых деталях. Чтобы испытуемые сделали некоторые предположения, кто изображен на фото. Одним из них сказали, что они смотрят на жестокого преступника. Другим, что им показывают возможного претендента на пост государственного прокурора. В принципе, один из них был немного более престижным, другой считается довольно агрессивным. Они посадили их и просто показывали с помощью компьютера разные наряды. И они переходили от черного к серому. Причина, почему они показывали разные вещи, в том, что они хотели узнать, влияет ли наряд на то, как уважают человека. Я, естественно, думал, что чем более темный цвет вы носите, тем более респектабельным вы будете. И я не догадывался, что если вы носите более темный цвет, вы будете восприняты как более агрессивный. Итак, они выяснили, что да, на мужчинах более темный цвет, черный, систематически воспринимался как более агрессивный. Каждый раз, когда парень был в черном, его всегда считали более агрессивным, особенно если говорили, что он жестокий преступник. И даже когда ничего не говорили, он смотрелся немного более злобным. Итак, что касается степени уважения, на самом деле ничего не изменилось. Серый ли, черный ли, такой же уровень уважения. Теперь, что нам дает эта информация? Ну, я скажу, что имейте в виду, если вы носите черный свитер, одеты в черный костюм, вы будете своим видом сообщать особенно мужчина, что вы более агрессивны. И это может мешать, если вам нужно работать с группой и хотите, чтобы они открылись вам. Допустим, вы являетесь консультантом или вы находитесь в суде, и вы идете отвечать на обвинение. Вам нужно выглядеть агрессивным, особенно если вас обвиняют в агрессивности. Итак, убедитесь в том, что вы контролируете, что сообщает ваш внешний вид. Вы можете сказать мне: «Антонио, я хочу, чтобы меня уважали». Тогда надевайте серый костюм. Может, и темно-синий костюм. Надевайте то, что не будет посылать сообщение агрессивности. Но с другой стороны, если вы тренер по футболу, или у вас другая спортивная команда, и вы хотите добавить им немного агрессии, ну тогда вы можете использовать черный цвет для своей команды, и они будут выглядеть более агрессивными. Если вы не задумывались об этом, Oakland Raiders, какое чувство вызывают? Они всегда создают впечатление очень агрессивной команды. Я всегда думал, что дело в их раскраске, что и было подтверждено наукой. Итак, друзья, дайте мне знать, что вы думаете об этом видео. Если оно вам понравилось, посмотрите статью по этой теме на Real Men Real Style. Я там написал множество деталей и оставил ссылку на исследование. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Пока.